Всем привет, с вами Стрельман, и сегодня я хочу записать видео по игре Им. Я записал летсплей по Metro Last, но что-то фрапс разбушевался. И все, что я прошел, летело к чертям. Поэтому я думаю, потом перезапишу и отправлю, ну, сделаю видео по метро. А сейчас я решил сделать летсплей по игре, ну, как вы видите, и совершенно случайно узнал об этой игре. Но мне стало очень интересно, что это такое. Одним пасмурным днем Ип и ее родители поехали в художественную галерею. Все запомнила Ип. Не забыла свой носовой платок? Тот, который я подарил тебе на день рождения. Держи его при себе, хорошо. Смотри, не потеряй. Так. Что же будет? Вот мы и пришли. Ты ведь первый раз в картинной галерее Ип. Здесь выставлено много работ выдающихся художника Гуэртена. Не только картины, но еще и скульптуры, и много всего остального. Не сомневаюсь, что даже тебе не понравится Ип. Пойдем к администратору. Мне больше напрягают глаза мамы. Как-то... Ну ладно. В принципе, насчет графики можно волноваться. Ладно, пошли. Да, давай возьмем парочку брошюр. Слышь. Что, хочешь пойти вперед? Уверена, и... Ладно. Только веди себя прилично и постарайся не шуметь. Что ж, ты уже большая девочка и сама все знаешь. Не причиняй другим посетителям хлопот, хорошо? Ну, постараемся. Блин, ну, управление реально под, как раз под стать графике, поскольку управление стрелками, а не как обычно в VASD. Блин, нереально. Сейчас походим. Вот он. Блин, тут управление тяжелее, чем кажется. Какие-то там глубины. Мир, куда не ступит нога человека, чтобы что-то там. Этот мир, я решил, что-то там его на холсте. Я не знаю некоторых слов. Гениально. Ладно, сейчас посмотрим. Большая старая картина. Ладно, так это что-то. Не. Написано «да» и «нет». Вы могли написать «нет». Ладно. Это у нас была кнопка Shift. Был благонамеренный что-то там. Так, записка. Ага. Добро пожаловать в мир, говорит. Мы искренне благодарим вас за что-то там. Мы проводим что-то там в честь великого художника Вейса Гуэртена. Да и мы надеемся, что вы от всей души насладитесь поздними Гуэртенами, чьи творения несут в себе тайную красоту. В принципе, да. Тут она красная роза. Что-то там духа. Красивая на вид, но если бы... Но если ты подойдешь слишком близко, она что-то там боль. Может быть, причинит? Кто знает. Она может свести только в что-то там тела. Блин, ясно. Нельзя. Нельзя. Фу. Ладно. Фиг знает, что я сделал. Кашляющий человек.
ты скучная. Иди к ты, а. Ох, выглядит так, как будто от легкого дуновения эта хрупкая скульптура рассыпется на мелкие осколки. Если это случится, интересно, сколько мне придется заплатить? Ох, блин, жуть какая. Гениально. Ладно, пошли дальше. Так, что это? Бескорыстный страж. Поистине чудесная картина. Интересно, как она была нарисована? Кое-куда нас люди не пускают. И звезд. Так, ладно. Дух. Стакан. Пляж. Гениально. Некоторых слов мы просто напросто не знаем. Так, чё тут все за столами? Ну, ладно, пошли. Ну, в принципе, вышли. Брызгли. Сейчас посмотрим. Опа-на. Они ушли. О, сохранить. Это сохранение? Есть же? Ой-ё. Ух ты ж, я что-то даже не стал смотреть на управление. Так, ну да. Ладно. Пошли. Стоп. Что там чего делает? Интересно. Пошел на симфоз. Может пойти отсюда? Нельзя просто взять и уйти, к сожалению. Что тут у меня? Нет, непонятно. Пошли искать родителей. Опа-на. Пошли искать родителей. Светло и ясно, как это было. Дома с кассетой. Ты это идешь? Башен. Пополнение. Смерть личности. Что тут у нас? Занятое место. Какой странный диван. Конечно, он абсолютно нормальный. Я бы хотел на нем посидеть, но боюсь, не могу. Про эти штуки я, наверное, говорить даже не хочет. Что-то там на столе. Я не знаю этого слова. Ух ты ж. Так и я умею рисовать. Мир. Я не знаю этого слова. Опа, опа, опа. Америка и что-то там еще. Так. А вот это уже плохо. Кто, блин, все пропали? Ну, совсем заплатил. Упс. Вы это слышите? Так. Никого нет. Ты офигел? Видно, да. Блин, говорит, куда все пропали? Как-то стрёмно стало. Ладно. Все-таки это хоррор. Может, так и должно быть. Нужно попытаться отсюда быстрее уйти. Ай-я! Дверь заперта. Это уже попахивает жареным. Блин, хорошо, что тебе с папой с тобой не ходит. Краска потекла. Идем. Откуда ты, блин, знаешь моё имя? Спускай себе, покажу тебе секретное место. Подожди. А. Котяра. Твоя темная сторона. Просвещение. Так, чё? Фиг знает что. Фиг знает что. Так. Дерево очищения вкуса. Что-то там, я не знаю, просто.
Конец века. Горький фрукт. Вот что мы пойду. Бриллиант. Кстати, как-то мне не нравится эта вот дама. Дама в красном. О! Так, фрукт отвалилась. Ладно. Так, нам сказали попереться вниз. А почему бы не пойти? Это гениально. Смысл всех хорроров слушать из-за того, что тебе пишется на стенах. И насрать, что написано кровью или чем-нибудь там еще. Опа-на. Так, только не говори, что мне туда прыгать. Упс. Красный-синий. И что это значит? Рыба, я не знаю этого слова. О, блин, музыка-то какая. Заперта. А вот это вот уже плохо. Кстати, а тут откуда мы пришли, закрылось. Идем. Давайте возьмем розу. Я взяла красную розу. Молодец. Опа, мы можем двигать предметы. Мы сильные. Так, подождите, я громкость чуть-чуть убавлю. Блин, как-то громко очень. На земле что-то лежит. Я подобрала синюю ключ. А может быть это от той самой двери? Если... Когда роза бьет, ты тоже... Может быть, когда Роза умрет, ты тоже умрешь? Ты пофиг. Опа-на. Вор-во. Спасибо. Я потопчусь на твоем вор. Кто-то мне сказал сюда спускаться, так что... Не обессудь. Поэтому идем. Воспользуйся синим ключом и... Божья коровка. Пчела. Бабочка. Паук. Пролог. Глава 1. Глава 2. Последняя глава. Ну, ясно. Управление просто зашкаливает. Значит... Так, а где я сохранился? А сохранился я... Сохранился я вот угол. Молодец, что пользуюсь ключом, читаем Божья коробка, пчела, бабочка, паук. Я где-то вычитал, что у этой игры 6 концов. Пролог, говорю. И вот фиг знает, что у тебя эти концовки. Так, чего я знаю, что тут это. По-быстрому. Идем, читаем. Не ходи пока. Ясно. Упс. Муравей. Так, у нас это вход сохранения у нас таки вот заперта. Что же делать? Стал. А вот этот фильм. Вот ты ж. Я муравей. Я люблю картины. Моя картина особенно хороша. Но она далеко. Так, ты куда? Пошли за мной. Чё мне с тобой делать-то? Похоже. Давай, заберем. Ну-ка, муравей. Ты куда? О, это моя картина. Она все так же хороша. Муравей смотрит на картину. Так. Что дальше? Ну, это мы уже поняли, вроде.
Давай проверим, может потом что-то изменилось. Так, ясно, ничего. Может еще раз нужно какой-нибудь муравей. Фиг знает. Так. Божья коробка. Ясно. Опа, она еще перепала. Так, сохраниться надо. И еще раз, на всякий случай. И все равно, блин, не понимаю, что делать. Так, все так же хорошо. Муравей смотрит на картину. Паук. Бабочка. Что мне делать? Пчела. Божья коробка. Блин, я реально уже не знаю, что делать. Инвентарь. Чё, и чё я не могу повесить эту картину где-нибудь? Стоп. Может тут где-нибудь не против? Так, стоп. Блин, я всё равно не понимаю, чё. Так, паук, ну что еще ты нам скажешь? Блин, я реально не очень понимаю. Так, пролог. Глава 1. Глава 2. Последний глава. Вот. Да. Опа. Нельзя было это делать, я думаю. Упс. Бесполовую статую. Как-то я не очень доверяю бесполовым статуям. Ладно, пошли дальше. Эпилог. Я подобрала зеленый ключ. О! Так. Ай! Понятюк. Так. Пас его. Нет, ну это что-то. Ладно, так, стоп. Пожалуй, Марвей не стоит говорить, что случилось с его картиной. Так. Еще раз сохранимся. Теперь ясно. Готяра! Право, лево, право, лево, право, лево. Пошли направо. Ипс. Надеюсь, они-то шевелиться не будут. Опа, на это плохо. Склад мати. Опс. Пошел на. Ну ты молодец, конечно. Вот с деревянной сошли. Ох, сошли. Понятно. У нас теперь 5 роз. Походу розы обозначают нашу жизнь. По-моему. Коробка, ладно, пошли за... Может, ладно, сначала все соединим. Фиг знает, что получится. Так, это чудище. Так, этот человечек мне нравится. Нет. Блин. Не нравишься ты мне. Хотя... Сейчас посмотрим. Стоп. Что написано? То же самое, опять-таки. Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Блин, не все одинаковые. Знаешь, пристой. Какой же?
Какой? Ааа, видишь. Молодец. Талант Пова. Опа. Так, теперь вставляем рыбу в этот нос. Да. Гениально. Опа. Что это что? Опа-на. Не плюйся. Абсолютно добрая картина. Ладно, сохраняемся. Я думаю, на этом закончу первую серию проекта. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.